Всем добрый вечер. Хочу провести обзор и поделиться впечатлениями о приобретенном нами в onlinetrade.ru товаре. Это лазерный дальномер ADA Cosmo 50. Прибор планировалось использовать в основном на работе, в производственных целях. Поэтому хотелось, чтобы его технические характеристики и функциональные возможности были на должном уровне. Именно таким и оказался лазерный дальномер ADA Cosmo 50. К тому же, на момент приобретения в onlinetrade.ru он был со скидкой. Тем более, сам прибор наделен хорошим набором функциональных возможностей и технических характеристик. Тип прибора лазерный. Класс лазера 2. Гарантированный диапазон измерения до 50 метров. Минимальное расстояние измерений 0,05 метра. Точность измерения плюс-минус 1,5 мм. Наименьшее использование единиц измерения 1 мм. Количество точек начала отсчета 3. Имеется подсветка дисплея. Имеется также звуковая индикация. Автоотключение, если в течение 3 минут не пользуется прибором. Ударопрочный пылевлагозащищенный корпус. Также функции прибора имеются такие, как сложение, вычитание, расчет объема непрерывного измерения, расчет площади, определение максимальных и минимальных значений. Тип электропитания, батарейки, 2 штуки класса А. Работа с прибором, можно работать при температуре как минус 10 градусов Цельсия, так и до плюс 50 градусов Цельсия. Размер прибора 114 на 50 и на 25 миллиметров. Вес 120 грамм. Вот этот прибор. Этот аппарат был приобретен нами в onlinetrade.ru. Так, весь комплект упакован он в такую вот плотную коробку небольших размеров. На передней, на лицевой части находится фотография самого прибора и название Cosmo 50. На задней части здесь технические характеристики такие, краткие, на разных языках. Коробка плотная, упакована хорошо, красочная. Так, в комплектность входит всего 5 предметов. Это сам прибор. Дальномер по внешнему виду собран очень качественно. Две батарейки. Матерчатый чехол с лямкой, предназначенный для возможности прикрепления чехла на поясной ремень. Шнур, используемый, необходимый для переноски прибора на запястье. Вот так вот. Инструкция по эксплуатации. Пользование дальномера. На разных языках. Здесь все подробно описано. Также имеется гарантийный талон. Имеются таблицы. Очень мелко, конечно, так вообще ничего. Все подробно описано, можно пользоваться. Вот все, что входит в комплект поставки. Так. На лицевой стороне прибора расположен экран. При включении он бледно-голубой такой подсветки, на котором хорошо высвечиваются изображения и цифры. И кнопки работы прибора и управления производимым замером. Кнопка 1 – это
кнопка включения измерения. Кнопка 2 – это измерение площади, измерение объема, косвенные измерения. Помогает измерять расстояние в труднодоступных местах, при измерении недоступных высот, расстояний. Кнопка 3 – это выбор точки отсчета. Точка 4 – это сложение и вычитание изменений единиц измерения. Точка 5 – это стирать предыдущие измерения или выключать прибор. Так, на нижней части на нижней торцевой части расположен логотип производителя. Боковые части дальномера выполнены с очень удобными резиновыми накладками. Прибор ложится в руку удобно и не выскальзывает. На тыльной стороне аппарата нанесен заводской номер, артикул, ну и другие сведения. В нижней части под пластиковой крышкой и лопаткой открывающейся имеется место для батареи, куда ложить эти элементы питания. Сейчас мы их поставим. Так. Так, правильно. Элементы питания. Так, и попробуем. В крышку вмонтировано приспособление, позволяющее производить замеры из углов помещения. При откидывании данного приспособления функция замера от крайней точки этой лопатки включается автоматически. Это выражается на экране. В верхней торцевой части прибора находится окошко лазерного указателя и само окошко, через которое производится замер. В рабочее состояние дальномера приводится просто. В отсек для элементов питания вставляются две мизинчиковые батарейки, как сейчас только что сделала, поставляемые в комплект с прибором. Внимательно изучаем инструкцию и описание в ней, порядок действия и использования различных функций дальномера. Нажимаем на кнопку 1, и прибор готов к работе. Вот такой замечательный прибор мы приобрели. Вот я замеряю. Пользуйтесь на здоровье. Всем спасибо. До свидания.